Всем привет, друзья! Так, ну что, мы продолжаем путешествие нашего странника. Странствие ионное. У нас уже получается 10 глава. Возможно, мы уже подходим к финалу. Мне кажется, мы близки уже к этому. Вот, и посмотрим, может, или эта глава, или следующая будет финал. Так, посмотрим, что у нас. У нас магазин туда. У нас ничего не появилось за наше отсутствие. На счету у нас почти 15 тысяч уже тугриков. Так, у нас задание, да? Задание у нас. Отправьтесь на барже в офис дока. Отправляйтесь в доки реки Монго и поговорите с хозяином баржи на пирсе, чтобы попасть в офис дока. Я даже помню этого чувака. Так, возьмем немного налогов. Так, в пачках нету. Давайте в пачку соберитесь, пожалуйста. Ладно. Все, не трындите. Все, ухожу. Тихо, только без колоколов давайте. Собака, звонили, два раза ударил-то. Вот собаки злые. Да не трынди там, я ушел уже. Поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Так, а здесь-то не будут меня хоть обстреливать-то? А то что, бегу такой веселый. А мне-то пулю в глаз-то на. И до свидания. Не, здесь не паникует, здесь все спокойно. Так, хозяин баржи у нас вроде там был. Помню, бродил тут. Вот, наверное, он. Я думаю, это он. Так, ну что, сэр? Hey, barge boy. Эй, там на барже. Не знаете, как не найти офис дока? Да, офис дока выше по реке. Запрыгай на баржу. Я отвезу тебя туда. Ну давай, поплыли. Спасибо за поездку. Да, нет проблем, приятель. Передай этому разбою, я имел в виду доку, привет. Хорошо? Хорошо. Что-то голос так понизилось, чуть голос вообще не пропал. Так, там уже висит. Черт, они вздорнули, док. Кто же мне сделает операцию? Пахнет засадой. Говорят, странник, ты поймал Стифа. Ты слышал, сектор отвалил кучу денег за его голову. Ну и где же она, странник? Тебе, коротышке, я ничего не скажу. Что ж, будь по-твоему, выбить из него голову, парни. Нам нужны эти 20 штук. Да, это финал, друзья. Это, возможно, финал. Так, дайте мне понять, кто где. Там что, броневик сразу ко мне, что ли? Так. Да вы подождите, стрелять, дайте мне хоть понять-то, что к чему-то. Как минимум хотя бы. Так. Давайте мы попробуем наших белочек. Вот этих. Что они скажут нам хорошего? Оп. Вот тяжеловоз я как раз хотел своего вытащить, потому что он бронированный собака. Но он сам пришел. Так, она белочка. Ну плюнет сюда. Так, что-то они вроде клюнул, а вроде не клюнул. Не, походу там не идиоты, бля. А туда? Я не клюют они. Клюют, но может не так, как хотелось бы. Так, значит,
Давайте попробуем нашего нового паука. Так. Ладно, подождите, парни, подождите. Слушай, странник. Может, мы сумеем как-то цивилизованно все решить? Че? Нам тоже нужен этот Стив. Можем поймать его вместе и разделить награду пополам. Скажем, 50 на 60. То что-то не сходится. Опачки. Хе-хе, сосунок. Да. Эй, босс, странник приходит в себя. Да, да, точно он. Тот, который поймал блистер Сабутти. Не это ли большой и крутой охотник за головами? Что ж, странник, скажи нам только одну вещь. Где Стив? Нет, 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 нет. Погоди-ка. Что? Бормочет, присвят что-то. Откуда у него эти инструкции? Что он задумал? Он точно скрывает что-то. Что ты скрываешь, уродец? Дох. Снимите с него штаны. Это то, что я думаю? Господи, он кентавр, что ли? Ё-моё. Это чертов Стив. Он прятал свои ноги, и у него нет рогов. Блистер, Бути поймал Стив. Он Стив? Это неправильно. Думаешь, может быть, как мы, думаешь, может стать нормальным? Задрай с него шкуру! 20 штук. Хотел бы я всегда так легко их получать. Что за... Хэ? Это засада! Ах ты гад, что происходит? Все за оружие, быстро! Теперь вы знаете мой секрет, но вы несете с собой в могилу. Пиздец всем. Я так не думаю, четвероногий урод. За тебя живого заплатят больше, но мне и за мертвого награда сойдет. Что ж, попробуй рискни. Как Джумама. Разорвите его, парни, на кусочки. Так, нажмите кнопку удар для удара с разворота и кнопка для удара головой, чтобы оттолкнуть врагов в огонь. Ага, в огонь будем пинать. Хорошо, давай! Ага. Хорошо, понял, понял действие. Так, иди сюда, красавчик. Господи, как он бегает, я не понимаю теперь. Я не понимаю, как он бегает. Он теперь вообще по-другому бегает стал. Господи, блин. Блин, он бегать стал как гусеница какая-то. Так, 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 золото, золото, где мое золото? Нету, все. Так, блядь, не вижу ничего. А, вот. Так. Не торопитесь, нет. Так, господи, что с ним такое? Ё-моё, что за кентавры недоношенные? Ужас. Сохранение есть, хорошо. Опа, опа, опа. А он теперь не ловит. Получается, да? Да, не ловит. Посмотри, что за кентавр такой страшный? Страшный и мерзкий кентавр. Так.
бочку не подходим. Так, хорошо, где у нас в окно? Ну давай в окно. Так, здесь мы вышли. Так, остается вопрос, кто ему помог-то? Еще такой же крутан заношенный, что ли? Так, что там, стреляет кто-то где-то? Где? Вот, куча золота везде. Ой-ой-ой. Блин, он теперь так бегает, мне теперь непонятно. А, у меня стрелять нечем, что ли? А, у меня же все отняли, ё-моё. У меня же все отняли. Блин, ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ну ладно, хоть лечиться может, и то хорошо. Также кулаками бьет. А, вон головы как стал бить. О, как баран. А кулаками, в принципе, так же. О, ох, он вообще скакать-то стал еще как. Да, в принципе, не особо. Да, точно сайгак. Так, куда нам? Туда. А, вон еще и на лапах он как-то, на передних еще. Ну-ка, давай включай в первый. О, пошел, пошел, страус. Пошел. Так, не дошел, да? Вниз? Давай вниз. Так, курица. Да ладно, курица-то вроде не враги. Что, меня и курица атакует? Да вы что, совсем что ли? Попутали, говна объели что ли? Вы что? Так, а куда мне идти тогда надо? Так, коридор вижу. Вот там будет долбитик тогда. Вот там детишки, детишки. Опа! Детишка поймал. Не съел. Кто там долго там попал? Они прямо решили все на этого кентавра поймать, что ли? Кстати, городок неизвестный. Да давай, прыгай уже, не стесняйся, чего же. Чего она может терять-то? Давай-ка, встряхнись-ка. Во. Так, куда нам идти-то хоть так надо? Что у нас? Не обращайте внимания на клакеров и продолжайте бежать. Ага. Скройтесь от последнего, верните свои вещи. Понятно. Давай, побежали. Не будем там внимания обращать. Опа, сайгак разогнался. О, тихо-тихо, я не справляюсь. О. Оу. Вот ти оу. Нифига он носится, блин. Черт, они узнали, что я Стив, и теперь мне не вернуться в город. Надо найти секту до того, как он доберется до меня. Чертовски устал. Надо немного отдохнуть. Ну хоть в траву, хоть в кусты залез бы, ё-моё. Лег посреди дороги. Да уж, события разворачиваются весело. Маски сняты, на сцене заклятые враги. Проснись и пой. Yeah,
have to get moving. Кентавр непонятной формы. Так. Ну, поскакали еще. Что нам теперь надо? Тот, кто украл вашу одежду, не мог уйти далеко. Отлично. Да надо прикрыть это позорище. Это непонятно, как копытное вот это. Так, музыка очень знакомая. Ну да, знакомая что-то. Походу это игра про братьев, которая у меня и есть там прохождение. Игра про двух братьев. Опа, погоди-ка, ты думаешь, что это? Нет, постой, он какой-то слишком тощий. Ну, еще и лягушата сейчас нападут, что ли. А, ну, Стив, ты сбежал, да? Да. Сбежал, а? Так, а вы помогли мне сбежать из плена. Правильно, это были мы, чувак, потому что нам нужна твоя помощь в борьбе с этим демоном сектором. И вооруженные силы уничтожили наши земли. А теперь он украл у нас воду и платит этим вальваркам. Типа за то, что они стреляют по нам везде, где увидят. И нам приходится прятаться в храмах и пещерах. Так нельзя, а теперь он хочет нас всех убить. Секта, этот ублюдок назначил награду за мою голову. Мне нужна лодка, чтобы добраться до его дамбы по реке. У вас есть, парни, лодка? Ага, в скрытой пещере у водопада тебя ждет стифовская лодка. Правда, есть проблема, ты должен пробраться через базу валькаров, чтобы попасть в пещеру. А эти валькарки очень опасны, чувак. Вот, возьми, это броня, которую носили твои предки. Они исчезли, когда в нашей земле появился этот сектор. Носи! Эту броню гордо, ради них, ради их памяти. Они бы точно тобой гордились. Сумей ты победить этого гада. А что, поменялось в броне? Вроде тот же самый. А, не, он так и остался с копытами точно. Он типа немного костлявый для Стива, не думаешь, а? Правильно, по щам ему оно. Так, вы заполучили броню, аборигены также вернули ваш арбалет. Отлично, так. Арбалет есть. Так, а броня? А броню я не вижу. Так, боекомплект у меня пустенький. Денег у меня нету. Ребятушки, у меня нету денег. Все напрасно, все зазря, вся беготня за деньгами, их нету. Капец, короче. Если бы я знал, я бы не долбил бы эти все ящики, моноящики и все это. Так, сумка размножит, хватает вальварков, чтобы кормить свою амуницию, увеличивать число зарядов. А, что-то новое. Будем разбираться. Так, что, наверх сходить сначала посмотреть? Хуа, а скакать-то так не прыгать-то не получил, не научился нормально. Так, наверх сразу хочешь, да? Вот ты что, черепашка низец-то был всегда. Так, да я хочу посмотреть, что я не понял, где я, что я. А ты прям сразу так куда-то побежал. Челки-херолки. Не, собирать я уже никого ничего не буду. Так, тут что такое? Какой-то лягушонок, да? Ломаем его, нет? Не поломаем. И зачем на лосово лезть? Не знаю, зачем все надо было лезть. А если так? Не-а. Молодец, красавчик. Ты, как всегда, лучший, Тарзан.
Да, ты что-то искать всякой ерунды, да? Так, всякие лягушата прыгают тут. Чата. Так, что-то еще хорошего есть. А что, мне золото, в принципе, да, без понтов вообще. Блин. Ну реально, блин. Если бы я знал, я бы не бегал бы, золото не собирал бы так. Или тратил бы его полноценно. А так получается, да, золото забирался. Лягуха, извини, я случайно. Извини. Больше не буду. Сайгак. Да подождите, отойдите у дороги-то, видите? Ну вы-то не начинаете хоть кипишовать-то. Вы чё? Давайте вы еще обстреливать начните. Так, ну тут ничего уже нет такого. Этих насекомых я даже собирать ничего не буду. Ну, у меня все равно основное вот эта фигня электрическая, так что пойдем в бой. Чего ты орешь? А, они все поныкались, попрятались, ну ладно, фиг с ними. Пускай. Большой Стив, эй, теперь твари у тебя в сумке могут размножаться. Это невероятно круто. Если встретишь там наверху вольварков, они станут едой для твоих живых снарядов. Ловишь бандитов, разводишь паразитов. Чувак, так держат. Да, это я понял уже и без тебя. Вы заполучили хоулер панков. Выстрелить на землю, чтобы собрать вокруг... Че, еще раз, выстрелить на землю... Но у меня было, а что, в чем проблема? Это же не для этих же. Ну, не для этих. Так что нам без понту. А, чтобы. Ага. Чтобы там кого-то собирать. Ладно. Фиг с ним, разберемся. Не первый день в детском садике. Разберемся как-нибудь. Вы заполучили блубласт, выстрелив в голову в группу врагов, чтобы отбросить их. Так, не успел прочитать, ладно. Но это повторно все, потому что как бы заново выдали их. Так, эти белки скачут тут. Ну реально, сборище золота вообще нафиг нам. Можно было просто всех убивать, да и все. Блин, а. Столько трудов, столько всего, блин, напрасно. Hey, listen up! We just got word of a Steve sighting from some clackers. Now if you see it, shoot it. Так, кто там трендит, ну? Не тренди. Так, лягушат не отпустить? Не отпустить, да? Ладно, пускай висят. Вялятся. Кто там что трендил-то? Я иду. Было любопытно, дают ли золото еще. Повторный развод ведь работает или нет? Видимо, нет. Че, сразу в обстрел пошли? Ну давай, давай. Че вы где? А где вы прячетесь? Наверху, что ли, сидите? Ну ладно. А что, так будете на белку собираться, что ли? Знаешь, по тревоге. А, бежит, увидел. А он не на белку. Вот так, просто поболтать. Нафиг они нужны ножи. Тут у нас снова какие-то насекомые. Ну да, здесь что-то новое у нас. Так. Для каких-то зарядов что-то.
Не успел я понять. Блин, улетел. Я не планировал, чтобы ты улетал, друг любезный. Так, а что, у нас есть кто-то? Так, опросы... А, вон. Есть кого-то убить. Убить, да и нафиг тебя, чё. А чё, тут никого особо-то и нету. Где они все спрятаны-то? Так убивать? Ну давай, подходи еще-то. Давайте подходим, не стесняемся, ё-моё. Чё, вас уговаривать надо, что ли? Так, давай с белочкой тогда. Не, не хотите? Да, пойду лупить их тогда. Так, там сверху кто-то еще лупит, что ли? Примерно так, да? Надо. Опа, опа, опа. Прям снайперы какие-то. Так, а у меня есть что-нибудь боевое? А что у меня боевого толком ничего нет? Белочка тут, ну, никак не сработает. А, может, этим, может, лупить буду. Дурак, что ли? Пришел такой сюда. Так, ну это белочка, да нафиг мне белочка нужна. Мне что-то посерьезнее надо. Так, у нас там снайпер, да, сидит? Попробуем снайперское, что у нас тут снайперская была тема. О, как! Сказочно. Снайперская тема работает. Так. Что тут? Где у нас все? Шобла-ёбла. Так, это у нас что-то зубастики, да? Ага. Так, где-то у нас наверху, что ли, где-то? Так, бочка чуть не врезался. Сейчас бы было бум-барабум. Бум-барабум. Так, 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 так. Здесь тут выход у нас, да? Открываем. Что у нас открывается? Бум-барабум. Ты чё так громко там стреляешь-то?
Ну они да, дополнение дадут. Да, все, готов? Или тебе еще отдельно приглашение надо? Да, в принципе, можно стрелять. А, они все равно дают. На заряды. Так, а, разные заряды дают, отлично, отлично. Разные заряды, это хорошо. Только у меня боевой-то, в принципе, один только. И больше-то и ничего. Так, что у нас, эта дверь открылась? Нифига. Так, давай еще что смотрим. Что еще могло открыться? Так, 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 так. Алло, мне так, чё? Я же открыл. А, вот. Здрасте, Новый год. Так, так, будем сохраняться на всякий случай, потому что игра не всегда срабатывает и приходится перезагружать. Ну а чё, залетаем и лупим всех, лупим, лупим. Так, где? Одного вижу. Так, здоровье они хорошо снимают, молодцы. Это их лупить долго. Проще, наверное, так. Так, эти жуют их, нет? Ага, жуют. Жуют нормально. Слабовато, конечно, но. Все готовы? Ай, сказочно. Это что-то у вас с мешком какой-то непонятный. Да, можно его красивее убивать с контейнером. Ну, не будем возиться с ерундой всякой. Так, там двое впереди где-то, да? Так, вы где, Чиполлины? Вот там? Или вот там, а? И не там, и не там, а, да? Вон вы где. Сюда вы пойдете, нет? Что-то поразит этот кусок, блин. 50 раз его убивать, что ли? А, там еще один вылез. Иди сюда. Иди сюда. Так, сейчас я тобой займусь. Подожди, не уходи никуда, ладно? Ох ты еще же. Прям желудочный паразит, а? Реально и стрелять надо, чтобы убивать надо. Но этими жучками тоже много тут не наубиваешься, блин. Так, у меня двое где-то. Так, еще где там, давай. Подходи. Вон там где-то.
Ладно, фиксим. А, вон, схватили его. Все. Готов. Свежачок. Опа, нифига я пнул. Да, нет, какие-то взрывные, их дали бы там что-нибудь. Туда ли кусачек этих. Что ж так воевать, так воевать, а тут. Опа, здорово, чуваки! Так, 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 ты куда пошел? Стоп. Стой, тормози. Не торопись сильно. Так, у меня там. Пушка. Пушка, пушка. А что он не перезаряжается? У меня один остался, что ли? А, вот, обойма есть. Нате, нате вам. Паскудины. Так, вот эта пушка, да? Веселенькая. Не цепляет. Хорошо, давай снайперская тогда. Вот снайперская лупит, да. Мощно лупит. Так. Что мы здесь дальше имеем? Спуск куда-то имеем, да? Так, нормально будет? Получше, наверное, да? Кто-то меня стрелял вроде. Или мне показалось? Ты меня стрелял, да? Иди сюда! Иди сюда! Иди сюда, я сказал! Опа, мимо. Чпок. Чпок, чпок, чпок. Так, мы идем к этому главному инопланетянину, да? Я так понимаю. Так, тут пахнет ловушкой. Сохраночку сделаем. Так. Ну. Ага. Открылось. Так, что-то еще там ящики какие-то, да, новые? Hey, we got some trouble out on the docks. Everyone keep an eye out for any possible intruders. Now fast, I gotta get back to my lunch. Так, золото нам больше не дает. Так. Что у нас тут-то? Так. Вот это что у нас такое? Так, 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 так. Сейчас посмотреть, что там. Так, 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 у нас. Это у нас взрывные, которые, да? А, это которые кусают. Вот у нас якобы взрывные. И все, три штуки все. Вызывают большие взрывы. Ага, так, этот у нас вырубает. Хорошо, хорошо. Так. Ну, возьмем вот этого по-любому. Так, а второй что у меня не поставлен? Вот это, конечно, у меня легкий урон там, блин. А паучок? А, паучок у меня полники. Белочки, полники, паучок, полники. Так, нам надо будет дверь, да? Сейчас пройдемся, посмотрим. А
можно что в ящик что-нибудь кайфовое быть, может, а? Тут там пулемет какой-то. Миниган там, мичиган. Дробовичок какой-нибудь. Возможно. А что-то такое яркое сверкнуло прям. Я не понял даже. А я теперь... А. Просто пробегаю, ломаю все. Ну да, с такими копытами-то. Так. У нас там дверь, тут дверь, да? Там зеленая, тут зеленая. Так, можем тот путь или этот. Давайте этот. Так, наверху что там? Что такое? Что-то было? Я не понял, ну ладно. А что там было? Что-то было там. Опа, 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 подожди, подожди, я не приготовился еще. Какой-то с мешком выбежал. Чувак. А ты-то что? Да блин, я застрял, подожди. Опа, опа, подожди. Собаки какие-то. Нашел я собаки. Что за собаки? Так, ты еще жив? Ты достал меня, а? Друг. Так, здесь что у нас? Здесь у нас пусто. Эти собаки теперь какие-то бегают. Так, сиди тут. И не выходи никуда. Так. Ну что вы стреляете? Тут же дверь. Опа, а тут-то не дверь. А тут-то не дверь. Так, тут дверь, тут что-то было еще, да? А, о! Ё-моё-моё-моё! Мама стреляет, тут стреляет. Все стреляют, все стреляют. Один я никого не стреляю. Да сейчас я к тебе приду тоже, подожди. Я только встряхнулась. Где ты? Бля, ты где? Иди сюда, родной. Да, она начинает как-то отстреливать, что-то как-то. Так, есть у меня что серьезное? Так, ну блин, ну этих мало. Эти долго убивают, ну. Я вот даже не знаю, ну. Или может пауком их? Да, попробуем. Так, там походу бас серьезный какой-то. Так, тут у нас пусто. Здесь что за телевизор? Take out Secto before his goons get me. Новостей нету. О, мне как все ломает теперь. Так, тут кто у нас? А вы что, дурачки, что ли? А что вы стоите? Get to that boat. Так, хорошо, хорошо, все очень хорошо. Так, тут у меня не понятно, тут у меня паучок. Паучок, паучок. Бля, ну заверни, я не вижу.
чё я... А, не поставил заряд, ё-моё. Чпок. Чпок. Так, сохранимся. И вперед. Вперед на мины. Так, тут кто у нас спрятался? Кто не спрятался, я не виноват. Так, можем зайти в стекляшку. А чё, это никого нету, что ли? Может, взрывной, чё жалеть? Шо, блин, ну не хочется ковыряться с ними. Здесь у нас никого, ничего. Потом пройдем и соберем боеприпасы. А, ну. О, чё? Он серит там, оказывается. Опа, у меня аж хвост пригорел. Фига я шлёпнул его. Аж хвост пригорел. Так, ну взрывные хорошо, но их мало, совсем мало. Вот чё это, паучки. Тут, а, чё, вот эти взрывные у меня. Так, чё там ещё было? Ну это ерунда, вот эти. Да, взрывные надо, наверное, все-таки оставить лучше. Блин, расходовать его на эту лободу. Взрывные оставить. Взрывные они хорошие, но их очень мало. Кстати, раньше вроде больше было у меня. Что-то у меня урезали, так сказать, штат. Запуляет тебя. А они ж как ловушки идут. Там где-то еще. А, кончились у меня. Ладно. Так, блин, они исчезают быстро. Они быстро исчезают. Собаки бегут. А, у меня же тут эти жучки везде разбросаны. Так, давай, давай. Опа! Да, жучки хорошие тоже так. Как ловушка. Ты у нас собачник тут, что ли? Лови! Привел тут собак. Так, это у нас бомбочки, да? Идем дальше. Как он копытами эти стучит прям. Так, что-то у нас лампочки какие-то горят. Так, паук нам не нужен. Yeah.
можем отойти, встряхнуться. Так, а у меня один патрон остался. Ладно. Хватит тебе? Или еще добавить? Так, это с зубастиком, да? Здесь у нас... А, это белочки нафиг не нужны. Белочки нам не нужны, у нас свои есть белочки. Так, сюда я не... А, оттуда я пришел. Ага. Ну да. Хуа! Так, сохраночка. Что сейчас будет? А если вот так вот сделаем, да? Немножко похитрим. А теперь паучка. Так, тогда паучка помахнул уже немножко, конечно. С паучком я немножко промахнулся. Ну, паучок тоже так, да, в принципе. В принципе, да, паучок тоже так, да, неплохо. Ну, это для гопоты он действует такой, для мелких. Потому что для серьезных это не работает. Так. Угу. Так. А здесь у нас, значит, тупик. А, нет. А, тупик. Тупик, значит, все там у нас. Че, паучком будем? Есть у нас еще паучки-то? А, что, все? А, 9 штук. 9 штук. А как перезаряжаться? Наш вроде встряхивать. Не перезаряжается, ну ладно. И иди сюда, хороший. Паучки тут, в принципе, не так плохо. Встряхнемся, обтряхнемся, встряхнемся. Паучки закончились у меня. На тебе, собака. Паучки закончились. Так, лечись давай. Придется тебя так залупить. Давайте от сторон вот объем тебя сейчас. Вот. Так, паучки пополняются, да? Эти вроде у меня есть, да?
Эти есть. Так, что-то еще вкусного. Что тут вкусного? Не, ну с золотом, конечно, меня обломали вообще, блин. Ну, разрабы дают, а. Так, ничего тут вкусного больше нету, да? Так, топает-то, я не знаю, как олень теперь какой-то. Раньше был сайгак, а теперь олень стал. Был олень, а стал... А, был сайгак, а стал олень. Так, у меня... кто мне нужен? Паучков мало. Так, эти взрывные оставим. Этих у меня здесь... Давай этих постреляем. Так, тут что? А, паучки. Ну, паучки пускай лежат пока. Копятся. Худею, худею. Ну, где вы? Здорово. Вот так он, грядочку он зубастиком. А реально как зубастики из кино. Ой, из старого фильма. Так, у меня вот это вот что тут, да, торчит? А что дает? А, она что-то дает, да? Фигня это. Так, ну что, достаем снайпера. Так, подожди, мне выздороветь надо. Сейчас и до тебя снайпер дойдет. Что там бухтит, что-то она. Недовольный. Где ты? Оттуда ты стрелял, да? Вот это ты, да? А, нет. А у меня патроны кончились. Лошара. Лошара, лошара. Да ладно. Фигня делов-то. Итак, прорвемся. Вот наверху что там горит, я не понимаю, что там горит. Там что-то горит. Так, тут ничего полезного больше нету. Идем к этим друзьям наверх. А, вот. Здравствуй, друг. Прощай, друг. Опа! А вы что не умрете-то, ё-моё? Я планировал, что вы тоже умрете. Ничего себе. Живчики оказались. Так, я так понимаю, подъем вверх, так они сейчас все и будут, да, там стоять? Так, есть там бочки? Бочек я не вижу. Давай, давай, иди сюда. Так, ладно, не достаю. Фиг с тобой. Фиг с тобой, друг любезный. Я сам подойду. Я не гордый. Здорово. Так, два дротика на снайпу у меня есть. Так, вот это, да, что дает? А что там?
Типа паучка даст, наверное. А типа ничего не дало, да? Что бы это значило тогда? Непонятно. Вот куда я забрался уже. Нехило, нехило. Так, там что у нас, двое всего? А что они делают? А, я думал, они танцуют, а они так ходят просто. А я думал, они танцуют. Окей, boys, let's get crazy. Give me 40 degree field of suppression. А я думал, они танцуют. Оп-оп-оп-оп, нифига у меня хлобучит там. Фигу. Нахлобучил ты меня, он нехило. Ну, давай, давай, беги сюда. Ну бегите, бегите все уже, сюда, чё? Все такие умные, так. Так, не, слишком много. Боюсь, не выживу. Ну, сколько у вас тут много-то, а? На всех хватит, не? Давай проверим. Так, не на всех хватит, видимо, да? Иди сюда. Родной. Так, где я тут? Живчик был, нету уже? Так, так, так. Ага, этот не успел. Чё там бубнишь-то, а? Лев копытный. Чё тут жужжит? Ничего. Так, подходим к финишу, да? Наверное. Фига я там уже бегал столько всего, ё-моё. Когда уже к финишу-то придем? Все, уже спуск, обратно уже идем. Все у нас белочки. Да, нафиг вы белочки нужны. Мы не по белочкам. Нам бы что-нибудь взрывное бы. Взрывное, разрывное. О, грибочки. Опята, походу. Только каменные. Каменные опята. Ну так-то, конечно, игра хорошо сделана, так что не со графику бы чуть получше бы. А так-то очень даже вот красиво, задумано, интересно. А, там к лодке только еще добирался. Ё-моё. Эй, странный Стив, чувак, мы слышали, ты идешь к нам на помощь. Добрался-таки. Но типа сначала мы должны тебя проверить, а потом отдать лодку. Уверен в чем? Что ж, ну ты это типа мелковат для Стива будешь. Но только Стив может прорваться сюда через Вольф Варков. Как это сделал ты? Круто было посмотреть на все это. Ну ладно, только великий воин Стив может владеть этой крутой стивской лодкой. Так что это... Береги ее. Это не лодка, это какая-то куча мусора. Это, короче, это крутая лодка, правда? Вот увидишь, чувак, мы ее починим, подлатаем.
Для тебя все будет лучше. О, деревья на нее напали. Они вернулись вооруженные силы этого демона. Все, кто вернулись, чтобы вогнать наши головы в землю, как грейпфруты. Откуда же такой грейпфрут? О, Стив, ты это должен помочь нам. Ты единственный Стив, которого мы видели со времен пришествия секты. Никто не знает, что он сделал с нашим старым Стивом. Никто не сможет победить его и вернуть нам воду, кроме тебя. Ты наша единственная надежда, мужик. Теперь направляйся в туннель, он выведет тебя к нашей деревне. И, кстати, лодка будет ждать тебя здесь. Мы ее починим к твоему возвращению. По идее. По идее, да, только по идее. Вы заполучили Риот Слага. Он очень эффективен на близких расстояниях, убивая большинство врагов с одного выстрела. Ридослава, что такое у нас? О! Опа, здрасте, что-то новое. Тот жук синий, да? Обнулили его, так сказать. Тяжелый урон оглушает и отбрасывает врагов. Ну да, ближний бой. Ага. Да, очень заманчиво. А с лодочкой, кстати, да, не очень прокатило. И это я только до лодки шел столько времени. Да ё-моё ж ты аж. Игру-то так растянули. Ну, конечно, не зря. Но всё же. Может, это было добавить побольше разнообразия какого-то. А это так и умер. Жабы, вы хоть помогите другу, то он ему плохо, походу. Смотри, он весь в дротиках. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь дротиков. Иди помоги другу. Да, все с тобой ясно. Так что, друзья, видимо, финал сейчас у нас не получился. Так что давайте дофиналим в следующей серии. А на сегодня уже закончим. У нас как бы и так уже длинное видео получится. Так что всем спасибо за присутствие, за просмотр. Всем спасибо, всем пока.